Димон! Димон! Прилетел Димон! Давай, вернулся! давай, быстрее, быстрее, быстрее! Да тихо, тихо, заметили, глуши, слушай. Глуши, нужно план обдумать. Глуши, глуши, надо вертолет. Надо думать, да, точно, все. А то он шумит, мы так не обдумаем план. Короче, Димон, смотри, нам нужно на военную базу. Макса сказал, ну твой друг, которого ты нашел, детдомовца, что нужны металлоискатели. Да, да, да. Мы с ним слетали на игрушечных вертолетах, достали, в общем-то, ящик, но там оказались топоры. Мы обосрались, да. Мы сейчас должны, собственно, с тобой на военку слетать. И атаковать ее. Я, кстати, достал последние запасы оружия, которые мы закопали в лесу. Передаю тебе АВП. Неплохо, тоже. Неплохо, теперь мы вооружены. Да, давай, я возьму, короче, мне тоже пригодится. Сейчас мы, короче, займем максимально высокую на, я тебе точку, передал. Чтобы держи. С нее отстреливать. Так, все, да. Это последние запасы. Если мы с тобой, в общем-то, их потеряем, то у нас ничего не останется по патронам. Поэтому нам на военке по-хорошему еще бы и своровать. Да, это рисково. Кстати, я знаю хороший маршрут. Дай мне, пожалуйста, штурвал сегодня от вертолета. Я знаю хороший маршрут. Вот. Ну давай попробуем, давай попробуем. Давай, и мы долетим сейчас до военной базы, сядем на крышу и начнем нашу войну, вторжение, в общем-то, на военную базу. Будет жестко, главное выжить, это самое из опасных дел, которые мы с тобой проворачивали за последнее время. Одно из самых опасных. Аккуратнее, аккуратнее, ты поворотники включаешь, что это, чтобы ПДД чтобы было видно. Вертолет хорошо, что у тебя белый, незаметный, кстати. Да, от первого лица как красиво, слушай, прям, мне можно наслаждаться пейзажем. Мне прям тоже нравится. Там мы умрем. Короче, смотри, да. Еще такая проблема. У военных есть, как бы, техника военная, сам понимаешь, она летает. И вот то, что мы на крыше, не совсем, кстати, классно. Поэтому нужно за масками приземлиться мне куда-нибудь здесь и купить маски. Вон, вот там маски продаются в магазине. Я уже купил, кстати, ты что так не предусмотрел? Ты заранее купил маски? Так ты летел на вертолете, да, ты мог остановиться, купил. Я тебя в лесу ждал полдня. Так, ладно, иди здесь в магазин. Ладно, аргументированно. Ладно, назад ладно, ты его дальше, пролетел. Дальше. Пролетел уже, разве? Вон, 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 смотри, вон, видишь, дома жилые. Ну. Дорожка. Вон там магазин есть. Да ладно, нифига себе. Я там все время закупаю, мне там уже знают, мне там без паспорта. Да ладно, ларек там в кредит берешь уже все. Вон, 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 вот приземляйся. Да, подожди, нужно аккуратно это сделать. Между двух, четырех, точнее, этих вот штук. Давай, давай, приземляем. Я пилот хороший, пилотную школу оканчивал. Вместо обычной школы я ходил в пилотную. За школой пилотной дрался. Короче, покупаем, ребята. Маски, идем на делянку. Кстати, что еще нужно купить? Подумай, аптечки надо купить, Димон. Да, точно, аптечки надо купить. И знаешь что еще? Я бы купил букет цветов, чтобы если мы умрем, как бы на могилу. Ну, я бы не стал, у меня кастет, потому что на его месте. Все, полетели, давай. Аптечка. Москов. Ага, Хелмин. Ну так, все, мы на полном боеготове. Так, Димон, на горизонте уже виднеется объект, военная база. А по курсу. Объект, да, да, да. Объедки неопознанные летающие летят. Короче, мы можем из облаков спрыгнуть, да? Либо я могу приземлиться, оставить тебя на крыше, сам потом взлететь и снова запрыгнуть. Да, да, чтоб я не промазал и как это потом плашмя. А или может ты спрыгнешь, как думаешь? Да не, я не долечу, мне кажется. Давай лучше не долетишь, да? Рисковать. Нужно аккуратно. Так, давай маску сейчас прямо здесь пропишем. Уже здесь. Mm-hmm. Я прописал. Местоположение скрыто на 10 минут. Мы на 10 минут скрыты. Никто не знает, где мы. Так, нам надо украсть патроны боеприпасов, а также самое главное, самое. Ага, главное, здесь уже утопленные тачки. Не нравится мне это место уже, Димон. Начинает это мне все не нравится. Ну ладно. Давай, лет. Мы подлетаем, подлетаем, подлетаем. Никто ничего не подозревает на этой военной базе. Никто ничего давай не подозревает. Ближе, немножко ближе, немножко. Там ближе. Еще вертолет. Вертолет, вертолет, вертолет. Вон еще вертолет! Смотри, наши близнецы. Это что такое, Дима, вылазь! Я, подожди, подожди, нет, ровно, держи, ровно. Держу, держу, всё, держу. Все, отлично. Я улетаю, сейчас буду прыгать с парашюта. Держись, разведка, разведка, Дима, разведка. Давай, там очень много военных, там очень много военных. Вижу 6 человек, 6 объектов, 6 объектов. 6 объектов. Главное, знаешь что? Не стреляй, главное, Дима, не стреляй. Конечно, они же меня вычислят. Я взлетаю выше, чтобы наверняка парашют выдался мне. Давай, 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 давай. Так, все, Дима. Слушай, я думаю, стоит начать с КПП. Прыгаю. Там на КПП один... Где? Лечу, 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 лечу. Давай. Давай, я аккуратно, аккуратно. Жду. Я не зря десантуру заканчивал. Блин, у меня яркий парашют, видно, да, вообще издалека, что я лечу? Нет, я тебя вообще не вижу, и ты где? Да как сзади, посмотри. А, вот он, да, и наконец я тебя нашел. Подлетай, ты подлетай на крышу. Давай. Блин, сколько там военных, так, они походу видят. Мне так это не нравится, а, как... Куда, куда, куда идешь? Что? Он сам по себе куда-то идёшь. Так, готов стрелять? Смотри, вот там 4 военных. Стой, стой, стой. Нет, 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 смотри, вон там КПП, вон КПП. Там один есть, как бы, знаешь, надо пути отхода сразу, если что, мы туда побежим. Смотри, там вижу одного бомжа, которого пытаются убить, вон он. И сам, соответственно, военный, который его допрашивает. Я нацелился ему на голову. Готов? Подожди, подожди, сейчас пошевелится, он по-любому сейчас пойдет за бомжом. Давай. Давай, давай, сейчас. Так, вот остановился, все. Не-не-не-не-не-не. Он должен встать, нет, я точно подождать. Знаю предсказуемость его движений. Подожди, он шевелится. Давай, еще раз, два, три. Твою мать, Дима!
Я попал! Слушай, а чё он с первого раза-то не умер? Я не знаю, давай лучше в беретках убьем. Убил! Отлично, иди сюда. Поднимайся сюда. Смотри, один в беретке, один в... Так, они походу на кипише. Подожди, да. Да, им уже пишут. Что-то непонятное. Они уже пошли за базуками, они охраняют патроны. Я в беретке снимаю чувака. Смотри, муравьи бегают. Так, в беретке снимаешь, а что-то они такие вообще неубиваемые. У них бронежилеты мощные, Дима. Да, так, точно, всё. Бронежилет. Все, теперь точно кипиш на военной базе, они прыгают. Леша, по мне стреляй, меня ранили. Кто, где? Help me, пиши. Офигеть, они что, такие-то метки, слышишь? А, слушай, он вообще, он одним патроном эмки попал по мне, мне даже не больно. Вон он, бегает, какой, а? Так, по одному попал. Яд крысины, калий. Попали. Дима, капец, мы здесь вообще выживем, нет? Я не знаю, эмка, я чуть не упал, блин, не кувыркайся ни за что на крыше. Хорошо. Так, он бегает, носится. Он понимает, что здесь, короче, кипиш полный. Стреляй, отстреливай дальних. Не могу попасть. Я вон вижу, в беретке бежит еще один красный. На пинг стреляй, наперед. Ему один патрон остался. Ага. Так, нас никто не обходит, я понял. Вон, патрон собирает. Стараемся брать... Почти убил. Так, короче, он точно лечится. Вон, не обездвиженный. Так, убили, отлично, еще попали, одного. Попали! Так, я вижу, он снизу стрелял, спереди стрелял. Так, еще сзади. У нас еще сзади кто-то есть. Hail me, да? Подожди, а кто выше-то у нас? По карте, смотри, кто-то выше. На железных путях кто-то есть. Вот кто-то вышел отсюда. Не вертолет, Кать? Не вертолет? А, это, наверное, интерьер. Кто-то в интерьере просто. Леша, у меня патроны кончились. А эмка там, калаш, что-нибудь такое есть? МК есть калаш, да. Короче, надо спускаться с крыши и уходить отсюда, мне кажется. А вертолет где наш? Ты куда его приземлил-то? Короче, за военной базой мы сейчас не уедем. Так, еще одного сейчас сниму. Отлично. Ага! Нифига, кто шмаляет? Прямо ты слышал? Под нами кто-то есть. Да за забором, по-моему, кто-то. Не-не, под нами никого нету. А, все, да. Хорошо. О-хо-хо-хо! Охренеть, их там, Дима! Походу, войнушка начинается, да? Муравьиные подушки. Так, по одному попал. Грустный. Давай это. Найс, хлопнул. Так, скоро у нас уже исповедь. Надо как-то сваливать. Исповедь в церкви, да, у нас мы запись какую-то там сделали. Короче, Дима, я не знаю, как нам делать. Они, смотри, они отходят туда, к складам. Я предлагаю сейчас спускаться с крыши, идти искать ящики. Да. Я вылечу сейчас на 60 единиц. Пока у нас еще. Пока мы скрыты на карте, они еще не в курсе. Так, мы упадем, не разобьемся, думаешь? Думаю, нет. Вылечился бы. Лучше ты! Нормально? Пол хп. Да. Да. Идем. Мы в масках находимся. Уходим. Так кто-то сзади там. В казарме. Да нас не видят, мы в масках. Блин, туда только не стреляй! Не высовывайся! Вон он кекает, смотри, вон, видишь? Ага. Сел. Он пошли в обратную сторону, есть. не идем туда, по стелсу. Ты мог бы их убить уже. Не-не-не-не, они узнают, что мы здесь, и все. Так, справа, смотри, по карте кто-то пробежал здесь, да? Да. Давай, беги! Давай! Не видят, не видят. За здание. Отлично. Бля, сзади. Тим, сзади у нас сзади есть один. На часовой. Ушел. Не видит. Без оружия. К нам бежит! Прикрой! Прикрываю, Дима! Мало патронов. В казарму! Там увидимся в казарме! Давай! Беги! Беги в дальнюю казарму! Бежим! Вот там, где тачки у них, Вот тут может спрятаться, кстати. Короче, сваливать. Может, перепрыгнем пока отсюда, а? Твою мать, у нас снайперки есть, хотя ладно, снайперкой давай отработаем. Бежит на нас, бежит! Убили, убил. Найс! Так, слева еще бегают. Нормально. Валим, пока никого нет рядом. Там бомж! Отлично. Со всей военкой разобрались. Так, вот здесь мы искали ящики, хватай какой-нибудь вообще. Так, где они? Ты один хватай, я хватаю, за БТРками спрятаны были. Так. Так, проверяем. Проверил ящик.
Неудачно, здесь нету. Я взял ящик, давай проверим, он полный. Тут тоже нету, неудачно. Так. Нашел, беру. Мне тоже неудачно, вот этот БТР еще не проверял. Так, я беру ящик. Тоже пустой, Ёша, офигеть, один ящик. Что с патронами делаем, сможем, думаешь, достать патроны или нет себе? Это нужно всю военку пробежать. Побежали за казарму. Побежали, пройдем. Бомжа не трогай. Не там обходишь. Да нафиг он, зачем он? Я не стреляю, помогу, дам вам машину, слышишь? Тачка есть? Откуда тачка? Подгоняй тачку сюда, слышишь? За КПП, сейчас, подгоняй там, тачку, сейчас, денег дам. КПП чистый, у нас КПП чистый-то, нормально. Так, слушай, бомж нас увезет, прям отлично, отлично вообще. Ага. Так. А у тебя есть снайперка, тебе хорошо, ты можешь хотя бы смотреть. 24 патрона, да. Побежали. Так, бежит на нас. Серьезно, один? Один? И сейчас зажмем его тогда. Зажимаем? Так, убил. Стой тут, мы сейчас вернемся. Будь тут, прям тут, делянка важная вообще. Я за второй казармой уже. Давай, он нас ждет. Так, я еще раз хилми прописываю. Леша там идет по краю кто-то. Ага, я не вижу никого, кто-то? Слышишь? Как это? По карте никого не видно по радару. По-моему, на маске был, это гетовец какой-то. Ага, гетовец это хорошо. Вон вертолет, Леша, не наш случайно? О, это уже... Так, слушай. Я не знаю, наш это вон не наш? Вон чел, короче. Посмотри, вон, посмотри, там вдалеке, наш или не наш? Ну капец их много, слышишь? По-хорошему я бы сваливал отсюда. Это бомж. Там очень много военных. Ладно, отстреляю сейчас. Так, отстрелял одного. Главное, чтобы маска не закончилась. Так. О. Еще одного отстрелил. Я в машину спрятался. Я вижу. Я у них в машине сижу, короче, на заднем сиденье. Короче, это походу беда, Димон. Они все без оружия, похоже, что. Давай, двигайся. На КПП смотри, сколько их там. Охренеть. Там еще какой-то бомж бегает. Там бомж убивает. Ты вообще патроны забрал хоть какие-то? Нет. Ты еще не подбежал, да? Я возле машины, я в машине сижу. Похоже, что они без оружия. Вот машина слева. Дима, я здесь, пошли. Пойдем. Пошли. Никого нету. Твою мать, что за звук у меня? Ты смотри, сколько там за поворотом народу. Лёш. Смотрим. Там с оружием есть. Залазь на крышу, срочно. Пиздец. Дима, их много здесь. Убить, смотри, говорят, убить. Это тут много с оружием, надо сваливать отсюда. Пока маска не закончилась, уходим отсюда, мы не справимся с ними. Хотя... Дима, мы не справимся с ними. Валим! Убил одного. Валим! Димон, ящик у тебя на плечах? Да, я все взял. Все, убегаем, отлично, убегаем отсюда, убегаем нафиг. Бомж нас ждет. Где машина? У меня хп нету. Отлично, Леша, сработали. Мне ранили, мне нужно в больницу. Так, быстрее. Так, все, он здесь. Где? Братан. У тебя сколько места в машине? Она одноместная. Она двухместная у тебя? Нам надо уехать. Давайте я вам дам тачку. Давай. Будь ты очень здоров. Я у тебя ее куплю. Отлично. Мы вернемся и отдадим тебе ее обратно, окей? А я сейчас умру, блин. Или другую. Давай, открывай. Нам срочно она свалит. Открывай, быстрее. Прыгай, валим. Давай, поехали, Дима. Не закрывай. Отлично, найс. Так, куда? В лес отвозим? Леша, нам нельзя из нее выходить. Я понял тебя. Да. Поехали. Так, нужно без палева, короче, сваливать. Блин, жалко, мы патронов не нашли. Нам нечем стрелять, Дима. Все, мы безоружные. Нам либо зарабатывать деньги и покупать у кого-то, я не знаю, бандитов или как вообще. С патронами беда, нужно больше школьников искать в нашу банду, которые будут готовы доставать оружие, приносить к нам на склад. Дима, я предлагаю открывать набор открытый в нашу банду школьников. Да, друзья, если вы школьник, вам 14-15 лет, как нам с Лешей, даже можно, думаю, до 16. Можете искать нас, открытый набор школьников, да, главное правило выглядеть как школьник, не вести себя как школьник агрессивный, самое важное, но в любом случае нам нужна банда школьников, ребята, без вас нам не справиться, мы не забьем склад, мы не заработаем денег, поэтому мы сколачиваем банду. В общем, будем угонять машины для нашей банды, ну а мы с вами прощаемся, мы отвезем наш улов, да, наши металлоискатели, подождем Максима, и завтра мы поедем на поиски клада, который он где-то говорит, мол, лежит. Ну а мы с вами прощаемся, пока-пока. Да, друзья, всем добра и позитива.